Давайте рыба шаману быстрее, даю чек на баф. МК похоже по этой. Давайте Симбирск, Дейк. Давайте без Дейка начинаем. Начинайте танки. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Под давление слева вышло. Справа одно тоже. Давайте, заливайте. Вы должны мне помочь. Все быстрее свечнусь под давление. Давайте огненного сливайте, потом толстого, по толстого уедините. Кидайте уе. Перед мордой собремся. Ледяной вышел справа, сливайте его, потом чумного. Давление слева, справа тоже. Сначала слева сбейте, потом справа, там всего два моба. Как хилы с портала выйдут, дадите гимн на ману. Отдаст его в мире, короче, приз первой пати, у тебя сложный ник. Будь правее. Силе справа. Моба. Подавление идет слева, справа. Давайте подавление слили, толстого заливайте. Слева вышел скелет, давайте его быстрее. Сейчас весь рейд положит. Гимн на хп дай, прискокс. Даю гимноману тоже. Да, гимноману. Подавление слева, свечен весь фастом подавление. Один к боссу подошел, слейте его быстрее. Хилы под себя там рост дадите. Можете уже давать рост, выходить с портала, давать рост. Червей АОЕ залейте быстрее, влево выше, справа, справа долили, отлично. Давайте, листы, поти, гимн на хп, палы, воздвижение рук, там жмакайте. Все, кто может хилить. Нормальный такой лут на танках. Жень, давай жезл сразу паролим. Короче, шмот себе киньте и потом разролите быстрее вниз, идите на ивент.
Все быстрее вниз на ивент. Тентакль, ты с концами или войдешь? Прочитать это заклинание. Народ, рольте и к черепу обменка выиграет. Так, почему не запускается? Я сейчас ее жду. Друиды, но сразу рольте. Медведи. Монету никому не надо. Хант. Хант, Луколо, давай трэш сразу притяни, Симбри. А, блин, я лут разруливаю. Что, у нас нет локов? О, каждый же может. Ух, локи, ханты, без разницы, просто трэш. Тирамол, кинь обмен. Черепушки. Паулик, давай быстрее, иначе тебя задолбят. Давайте стан паладины дракончиком. Гнев. Этого моба не добивайте, сливаем рабочего. Потом уже качаем. Вы бы их лучше не таскали. Рога, тебе не надо топорика? Давай криминал обмен кидай. Давайте второй трэш сразу тяните. На хули приста, башка нужна кому-то. Давай чисто так. Оффспик. Не, на мейн сперва давайте. Ладно, оф. Кидай черепушки обмен. Сейчас, секундочку. На мейн спек ступни танковские никому на оф. Давайте посмотрим гнев. Жень, ты же на мейн, да? Ты что? Угу. Палец танковский сразу на мейн. На лоф роли. Шульга, на лоф ролишь? Здрасте, приехали. Он я бы заказывал. Да, вот, значит, на лоф просто. Я же по голосам не знаю.
Давайте, заливайте этого моба, это последний трэш. Шулька и что про обмен кинете. Жень, у тебя места нету, походу. Всем здорово, че за рейд? Здорово, два спереди. Хэм? Да. Давайте, собирайте право быстрее. Если у кого-то есть в гильдии арпал, хотя бы 6К+. Эй, иди нахуй, это филовки, блять, пидоры. Главы нахуй ролите. ШПшного рода вас, блять, вон нахуй с этого падает, блядь, с чумки. Не, да я видел, что такое ролит, блядь, на ролю нахуй. Если есть мейнспек, а давайте мейнспек. Ну, по мейн-спеку Бионикл. Да. У меня единственный спек на ХДЦ, блядь. А может, это еще Холика ролик? Нам чел писал, нам проект. А, Пристокол на этого ролик? На Холи Приста, да? Не-не, я Пристокол, кстати, на ШП ролик. То я просто закинул в спек. А. Ну, согласись, ДЦ он лучше пойдет, чем в ШП. Да. Да-да, давай ДЦ, я ж ничего не говорю. Дима, обмен кинешь. Ну куда этот прист ушел? Токен разбойник до смерти, маг друид геровский. Давай, мой токен. Кому там тебе обмен? Угу. Давайте наверх подводите. Бля, два человека нет. А чё прист ушел? А какой? Который меня отдали, вязал. Шмотку не отдали? Да. Так какой? Он же не будет возвращаться, я ему отдам, блядь. Этот жезл, блядь, похуй мне вообще. Подожди, а парол уже не выиграл. Парол, смотри, избавление от кошмаров. Первый, Пресококс, ролл 94. Второй, Бионикл, ролл 52. Третий, Масайз. Блядь, вару, 24. Тихо, вару, иди оттуда, сейчас на тебя сагрится. Это тем более жезл, Еловский. Все, сейчас добираю. Он просто ушел, наверное, не хотелось дальше идти, чего. И тем более пристав Кокс, даже если он вырвал, он уступил к этому ДЦшке. По последней порогу был, какая разница, чего. Так он мне пишет в ПМ, что, блядь, кидал его на лут. Понимаешь? О, как! А че это он? Пришел, да его нахуй. Если он последний порол, он крут парень. Ну, да. Так. Миракл который? Такой вообще бич, нахуй. Мир Циелага какой-то там, или как его там? Так он самый последний парол, он 24, а до этого Бионикл, у него 52. Бионикл выиграл, блядь, в чем проблема? Да я говорю, просто это, да. Так он и по ДД самый последний. И по ГС он там 6,5, блядь. Колку с него, блин. Его, блядь, при 6,3 там что-то для басса. Малолит неудачник. Пиздец, если ему на ШП там ничего не надо, ему мой должен жезл был отдал. Идиот. Дебила кусок, блядь. Забей хуй на него.
Че, под кого у нас слоты остались? Под РДД. РДД. Шипел, мага, лока. Ты должен говорить только не так, как на месте. Так, присты, друиды, у кого из вас есть хил аспект, будем в 5 хилов долбить. Не, у меня шмота нет вообще, мне поудаляли его, блядь. У кого есть хил аспект? И шмот, соответственно. Шкаф лучше. Все добрали. Давайте шкаф быстрее. Тогда поле зарабить. Лоулей, дайте им РК. У кого есть хилоспеки, еще раз спрашиваю. Нам надо 5 хилов. У нас слишком много миликов. Давай шаманом опять. Не надо. Морды. А, нет, давай, хотя подожди, Влад, давай, заходи на шамана. Нет, ты будешь танчить. Волчайте плюс унёшь. А ШМ что, сейчас вообще не продается в ЛК-кабинете, да? Нет, вроде. Так, давайте быстрее. Два года как убрали. Значит, рассказываю, что делать будем. Здесь все в РК. Милики 5 стаков, РДД 1-2. Все, больше не стакаем. Как только освобожденка на вас, блять, просто руки убрали и все, стоим, смотрим, отдыхаем. Понятно? Тыкните быстрее. Значит, что у нас теперь по пафам? Штопор, каску. Бэдди, что ты давал? МП5. Значит, у нас Лоулей будет давать кулаки. Ну давайте тыкайте быстрее, суманемся их, начнем и убьем. От меня тут будет зависеть 10 всего процентов, от вас остальные 90, чтобы вы там не умирали с иглыбами и прочим на притяжках. На ком стоит аура защиты от магии льда? Тыкните быстрее. На ком стоит аура защиты от магии льда?
паладины. Бионикл секс. Лекс, не знаю, как тебя там правильно, ты где? Чё бионикл, блядь, меня присумоните, нет, нахуй? Я, блядь, тебя сумоню. Нихуя там, блядь, ни разу сумон не пришел. Еще раз смотри. Хватит, блядь, вот теперь пришел. Давайте фулл баф. Паладин, раздайте свой баф. Присты, раздайте свой. На ком аура защиты от магии льда? Что, блядь, я буду вам говорить, когда прожимать мастера аур. Значит, на лук Лоуэй ты будешь давать мастер аур на притяжке. И скажу, когда. Вы дали ему РК или нет? А зачем мастера аур на притяжке? Затем, чтобы не умирали. Я скажу, когда. Так. Даю последний чек. Почему это день титанки? Значит, штопор Шульга на второй фазе каждую метку меняетесь. Хант, Лика, Лоло. Долго фыкашить будешь? Лолу так еще не обзывали никогда. Ну, вот он. Оденьте фрошмот, танки. Шульга, да, оденьте фрошмот. Только не говорите, что у вас его нет и вышли всего на 8 боссов. А меня есть тоже называли Био АФК, ёпта. Шабионик. Его нету? Да вы шутите. Серьезно? Ай, Nine Dech, ты в РК, надеюсь. Он написал одну секунду, релоуд с фастом. Скорее всего, если у него есть танк, ему надо будет танкануть. Я не знаю, что с нашим ДК тут будет делать Синдра. У него вроде бы есть танк. Nine Dech, танк есть, плюс они. Есть у него танк. Спихнись на этого босса, потанчишь. Вместо нашего ДК. ДК у тебя есть? А, ДК. Шульга. Нету. Круто. Ладно, Nine Dech, оставайся в БДК, значит... Штопор, пойдешь в Холипала, давай. Значит, шаманы, у кого из вас там Элим есть? Нет, ты на ДЦ давай не рассчитывай. В смысле не рассчитывай? Ты абсорбить будешь. Не рассчитывай на меня. Ну, блядь, тебе что, кикать, что ли? Не рассчитывать. Давай, блядь. У кого из шаманов есть... А, рассчитывайте, блядь, только штыки. Давай, штопор. Ты идешь в хила. А, Бионикл секс, давай в ШП. Здесь он у тебя есть. Ну, спек есть, но шмота нет. Блять, поебать. Главное, чтоб спек был. Ладно, похуй, давай. Все, пятая пати хилы. Значит, танки у нас Шульга и Nine Dech. Оверхил придется нам Шульгу. Этот человек не сделал себе фрошмот. Знаете его в лицо. Давайте спускайтесь всем вниз. Пальцем на него показывать? Да можете хоть пальцем, хоть чем. Так, с
Залейте ману штопору, совы. Чё наверху стоят, бля, вы заебали АФКшить? Сами лича хотите убивать, блядь, стоите в АФК. Умирать нельзя, вообще нельзя. Сейчас постараемся с первого трая его задолбить. Все, короче, на пул сейчас на НДЧ. Или не НДЧ, я не знаю, как правильно. Nine dead. Давайте, хильте. Спокойствие, друиды. Все, как только на вас освобожденка, просто, блядь, стали, руки убрали, не дамажим, бейте босса. Милики, смотрите на себе 5 стаков. Если куча хилов в освобожденке, вообще не стакайте. Все, не бейте на ком освобожденка. В рейте тоже не хлопайте, отбегайте. У нас куча миликов, они зарешают. Шулька. Беги, малыш, давайте, побежали. Быстрее, молодцы, отбежали. Опять освобожденка. Не хлопайте вроде, дайте фридом по ДК Шульге. Метки вниз спустились, давайте, все наверх залетели. Ну, блять, вы, конечно, даете под самый конец. Не заморозьте там метки, наберите рейндж. Метки до 20% посередине падает на далеке. Бейте метки. Молодцы, никто не умер. Слева падает. Метки слева подбивайте. Дайте старфол, друиды. Блять, не давайте. Метка падает. Не слейте метки, которые посередине. Сейчас пол рейда упадет, блять. Падает вдалеке. Давайте, добивайте метки. Слева склеп фуловый стоит. Справа. Так, давайте склеп быстрее добивать. Штопор захил сам себя. Штопор, ты будешь на танках у нас сидеть. Стопнули освобожденку. Блять, освобожденка на вас вообще не бейте, босса. Приготовьтесь, притяжка, 5 секунд. АДК, когда ледяным дыханием эти бьет, зеленку нажимаю, быстрее отбежали. Ну, она по КД не может ее нажимать. Я да. Знаю. Кольцо прошло. Пойдем, блядь, ты как, красава, забирай на МДЧ. Берти этого бича, Мордер Кейсер, первая пати. Сразу по нему лупите каску и молитву. Поднимите этого быка на переходке уже тогда. Ладно. Дайте по нему каску. Захил него просто, блядь, нон-стопом. Каску, молитву дайте. Кресты, лапку друида. Освобожденку не стакайте. Блядь, вот ты, как ты мог не взять фрошмот? Я просто хуею. Турамула захил. Дайте фридом по ДК. Молодцы. Поднялись наверх. Освобожденка в рейде, не хлопаем. Я в метке, кто-нибудь парите. Рейндж метки наберите. Блять, кто может, скажите, где она падает? Она падает справа, я вижу. Каким-то чудом. Так, а теперь говорите. Там, далеко. Ну а там-то в метке, блять. Значит, приоритет 9-дэч, пари в какой-то метке, его слейте с первого. Даун, ебаный. Как вы, блядь, справа, близко на лестнице. Так, Турамула захил быстрее. Дайте по нему озарение. Значит, потом ресните мне симпатульку. Нет. Так, вы из БР плюс Аните. Бейте синдруг, скоро будет переходка. Да, вообще, я из БР. Турамула. Так, стопнули. Не будем Геру давать. Вышли освобождать. Будет третья взлетка без Гера. Давайте, значит, Турамул Берни, симпатульку, я Берни, Мордор, что-то там. Где ты упал? Скажи мне. Так, я тебе Берни, давайте просто нон-стопом захил его, чтобы он не умер, кота этого.
Давайте, захиливайте, молодцы. Отбежали, дай этот мастер-аур, паладин. На ком аура защиты от магии льда? Блять, как вы умерли? Ладно, бейте босса. Будет третья взлетка. У кого еще есть? Я же тебе, блядь, сказал, дать мастер-аур, блядь. Вы просто нахуй тупые. Гретрик, взлетка, блядь. Давай, значит, Бионикл, дашь Дим на ману, сейчас. Первая метка под босса, готовьтесь. У кого есть БР, плюс оните. Первый метка, милики, убежали. У Давчика есть БР, будь, говорю под, еще раз. Будет под босса. У Давчик, верни этого криминала. Блять, какой то заморозил, нахуй. Давайте, танки, меняйтесь, там стаки, быстро глыбы слили. Следующая метка под босса тоже. Даже Кан под босса. Добейте эту мент. Все, убегай нахуй, милик. Убегай, милик. Все, стали быстрее. Кружочек, блять, не выбегайте. Придум побегай. Отбежали. Я же сказал, притяжка. Так, умер Бионикл. Значит, следующая метка под босса. Фридом, блять, заморозили. Давайте сливайте метки, милики. Следующая метка идет в сторону. Типа только в сторону давай. Бейте босса. Дадите фридом по 9DF или нет? По КД просто по 9DF. Милики слили метку быстрее. Милики, только метка слева или справа, сливайте ее. Следующая метка идет под босса. Потом мы мгновенно сливаем. Давай, под босса побежал. Долейте метку. Стаки скидывайте, сливайте эту метку. Следующая метка под босса будет притяжка. Давайте, милики свичнулись оттуда. Асази, быстрее под босса, милики съебались оттуда. Как только метка появляется, вы съебуете. Давайте, стали быстрее. Милики, уйдите нахуй оттуда. Сейчас притяжка будет. Вас просто убьет, блять. Вар, ебучий вар. Не стакайте освобожденку. Дайте Дим на крест-кокс, дай Дим на ману. Метка под в сторону, блядь, иди. Не заморозь рейд. Следующая метка пойдет под босса. Вара, блядь, слили фастом. Вас варов дохуя, вы просто, блядь, на два тычка должны делать. Под босса шмешняга. Так, блять, какой-то дебил дал Геру. Сливайте метку, скидывайте стаки, сместились влево чуть-чуть. ТК, Шульга, дайте по нему БР. Блять, хлоп. Сука, Асази под босса. Блять, Варс, ебись, что за вакханалия в рейде, скажите мне, вы меня не слушаете вообще. Скинули стаки. Сейчас, блять, наш 9DH умрет. Давайте, сливайте босса. В сторону, блядь, Шульс или как-то. Нет, под босса иди, под босса. Сейчас притяжка, видите, сгрызнули оттуда. Сместитесь все влево. Сместитесь все влево, сейчас притяжка будет. Просто, блядь, ждите. Все, давайте, милики отошли. Сейчас будет взрыв, нахуй, вас убьет. Стопор в сторону, зергаем босса. Стопор в сторону, зергаем босса. Апки будут. Сторону метка, блядь. Сыпать ты нахуй даешь, бейте босса. 9DH сложила. Мишка танчит. Давайте, Мишка, просто бейте босса, забейте на ебаные метки, стакайте освобожденку. Стакайте освобожденку, просто стакайте, стакайте. Доливайте тут 2 ляма, 1 лям. Пизда. Полтора ляма, просто на холи пал, давай на себя бабл, захиливай себя, метка в сторону. Блять. А ну, блять, еще сука, хилит. Мишка танчи. Не знаю, блять. Все, падайте. Ясно, никого блядь, нет. Блять, у танка вообще фрошмота нет. Блять, Шульга, ну почему ты пошел в рейд без фрошмота? Мы бы сейчас убили, если бы ты не упал. Ты понимаешь это? Да убили бы, если бы какой-то дятел там еще не заморозил. Блять, штопор тоже говорил. Заморозил, блядь, всегда вот так, блядь. А штопор стоял в этом глыбе, ёпты. Чем из холи пол один там? Сейчас убьем, стойте. А, значит, кот мой.
Ребята, давайте вы будете слушать Релла, когда он будет что-то говорить и так далее. Вы будете молчать, а не пиздеть под руку ему. Пожалуйста. Слишком дохуя пиздите во время боя. Все, как говори дальше. Куда метки, нахуй? Они вначале в эту сторону, блять, а потом сразу резко она бежит под босса, блять. Ориентируйтесь. Хули ориентируйся, не проще нахуй, блядь, под босса выбрать. Сука, я смотрел, блядь, представляете, что за хуйня? Там у нас один танк танчил всю, блядь, вторую фазу. Такими темпами мы сейчас просто будем танка заводить за глыбу, чтобы он скидывал стаки. Может так и сделать? Я не знаю, как этот вар сейчас выживать, вар, блядь, ДК Шульга выживать будет. Просто, если что, у нас будет кот на подстраховке, морткизер. Ну, бля, ну 23 стака это дохуя. Прям. Ну тогда. Давайте. Я, ребят, извиняюсь за то, что освобожденку флотну брейди тупанул, не заметил ее. Значит, Шульга, по КД меняйтесь, просто по КД каждую глыбу. Паладины, когда меняются, давайте по ним фридом. Первый фридом будет бэдди давать, второй давать штопор. Третий лоу лей. Быстрее заходите. Вот это дыхание, которое на третьей фазе, под него не надо фридом давать. Вот то, что после второй осталось, надо снять, оно замедляет, а на третьей оно уже не замедляет. Один раз там дал фридом, и все, после второй фазы. Как на третью вышли. Давайте жрите рыбу быстрее. Кстати, реально у нас же... А хотя... Ладно, кончу. Есть мама такого. А можно сказать, вот этот Dead Nine, он пусть танчит, короче, а Шульга стоит, просто в небо смотрит. А где рыба вообще? Блять, это так не пойдет. Какой дом на рыбу сел? У того там две фрошмотки есть хотя бы. На... Блин, мне в принципе тут, чтобы танчить, двух шмоток достаточно было. Но я надел сейчас все четыре, чтобы наверняка. Мне хотя бы 20 плюс было. Морткизер, я тебе сказал, если что, готовься в мишку прыгать. Так, давайте быстрее ману отпивайте. Локи, пал. Даю чек на баф. Пейте, у кого есть. Банки. Бэдди чего не хватает? Рыбы не хватало, сейчас все сюда. Профсоюз или как? А, профурсетка. Смешняга, чего он не хватает? А чего его пока? Профсоюз. Профурсетку. Значит, РДД. Блять, просто... Еще раз говорю, руки убирайте, когда на вас освобожденка. Я сейчас даже буду озвучивать, на ком она будет. Ты последний чек, профурсетка, не ФКш. Так, заранее, у кого сколько ДБР в откат? Плюсаните, точнее в чат напишите. Все отлично. Ну, блядь, теперь маг еще ФК, профурсетка. Вы весь рейд задерживаете, давайте. Где вы есть? Значит, Шульга сейчас у нас танчит на NDH. Понимаешь? На пулна будет на NDH. Ты просто можешь в сторонке постоять, вторую фазу. На пул дали на Шульгу. Вот в чем прикол. На первой фазе ты стоишь просто АФКшишь, а на второй уже ты будешь меняться с ним. Как только он стаки скинет, блядь, можешь просто бежать тоже стаки скидывать. Холи пал, ты прям его, вот за ним конкретно, за этим Шульгой следи. Рангутан, профурсетка, где вы есть?
Все, давай, Дыка, спускай. Давай тебе эти босса. Значит, на второй, на первый так, Нитка, Дейк, Дабчи, Штопор, Войдом, Бутс, Бристкокс, не стакайте. Все остальные бейте босса. Чуть-чуть поверни направо, Миликов откидывает, чуть-чуть направо. Молодец, приготовьтесь, притяжка 3 секунды. Все, побежали. Быстрее бежим, быстрее. Приз тучкой. Блять, шаман, перерождайся, сдайте каску по шаману Монорек, залейте Иннер. Профорсетка, Штопор, Войдом, Бутса, Энгаур, Дабчики, не стакайте. Метки до 30% теперь, давайте, спустились вниз метки. Рейндж наберите, если метки близко друг к другу, вас ваншотят. Все, стали, падает справа. Танки, надеюсь, не в метках. Стопнули метку, справа падает, ой, слева, слева падает. Вот, блядь, сказал неправильно, косяк Орелла, падает посередине. Так, падает между глыб слева, быстрее. Просто небесное. Ионика, сувайте метки, дать вы красава. Да хуй пойми, где она падала, блядь. Она падала слева, прям за меткой. Слейте метки. Дай Дим на захил, Кристкокс, дай Дим на хп. Не стакайте. Значит, у кого есть БР, дайте БР по штопору. У кого есть БР, плюс они идите быстрее. Удавчик даст. Удавчик, давай БР. Турому Берни Бионикл Секс. Я Берну Бади. Стопнули, никакой БР, отбежали быстрее. Пал, дай мастерау. Все, БРить их. Сейчас по ним бафы раскидайте. Стопнули, освобожденку. Дейк, Штопор, Войден, Байс, Друид, Пистола, Айнгау. Дайте сразу бафы по паладинам. Каску, кулак, лапку друиды. Пал бабла, ставь на вторую фазу. Залейте Иннер, Штопору, Друиды. Турамул тоже залейте. Кот, Сова. Не стакайте Турамул, Дейк, Бионика, Войдом, База, Бац. Дайте их Ридам по ДК. Метки готовьте сниз в рейндж, наберите я в метке. Блять. Надеюсь, танки не в метках. Не, я в метке. МТ в метке. Где падает, парите. По центру слева. Убейте метку, за которой стоите, ёбаный рот. Метку дарите до 50%, вы что-то быстро снимаете. Какой именно танк ДК? Посредине МТ. Падает. Шульга, лови босс. Кончено. А чё, не надо? Долейте метку быстрее, я слева стою, фуловая метка. Сейчас меня убьет. Эх, Турамул. Бейте босса. 4 хила будете хилить. Не стакаем. У нас 5 освобожденки будет чаще кидаться. На хилов. Есть тинер по байзе. У кого есть БР? Приготовьтесь, притяжка. От 2 секунды. У кота, кот пока не бэйт, отбежали, быстрее отбежали. Значит, кот, поднимешь Турамула? Давай, поднимай Турамула. Клик на хп, видите? Так, Иннер ему залейте. Дайте каску по нему, дайте монорек. Не стакайте, Дейк, Бионикл, Профурсетка, Присток, Пристава, Энгаур, не стакайте. Сейчас будет фаза, если мы успеем. Началась. Да.
Все, не стакайте сейчас. Первая метка под волосы идет. Милики. Можете уже бежать в рейд. Встали в звезду. Снишняга под босса. Так, не стакаем освобожденку. Давайте, разбили милики. Следующая метка идет под босса тоже. Милики убежали. Дабчик под босса. Значит, Прист Кокс дашь гимн на ману. Фридом на Найндес. Стали все в звездочку. Фридом на Найндес. Найндес скидывает стаки. Следующая метка в сторону. Милики отбежали. Милики отбежали. Вас сейчас нахуй всех убьет притяжка. Метку разбили. Бионикл Секс в сторону. Бионикл Секс в сторону. Милики с личными в сторону. Разбивать метку. Не стакайте освобожденку. Скажи, когда рост строил. Скажу, когда рост дать, пока не надо. Следующая метка под босса Шмешняга. Скидывайте стаки. Сместились все в звездочку быстрее. Скинули стаки. Следующая метка пойдет в сторону. Флаг магии, чё? Не стакайте освобожденку, пропульсетка в сторону. Идем на ноль. Значит, так, гимн на ману был уже, распили милики. Следующая метка под босса. Милики убежали от босса сейчас. Я сказал, от босса убежали. Канджи побежал под босса быстрее. Скорее всего, будет еще одна притяжка, и мы будем зергать. Вот сейчас притяжка. Вот сейчас притяжка. Отбежали милики. Отбежали милики все. Нам нужны все живые. Царство небесное. Так, все живые, давайте, зерги. Босс, Геру, в сторону метку. Просто зергайте. Копите стаки, просто зергайте. Нахуй, все свои ебаные прожимки отдайте. Совы, давайте Стархол, чтобы одновременно метку сесть. В сторону метка, престола побежал. Не умри там с престолом вместе, не заморозьте его. Молодцы, убили. Лут. Просто, блядь. А, не фулл рейда. Нихуя хлопнули, блядь. Ну так надо босса убивать. Крыс. Не как первый трайк. Пиздец. Кольцо, да. О, нихуя какое колечко заебательское. Возьмите осколок там, кто, блядь. Ну давайте сейчас, короче, идем на кровь. Если до пол, короче, 10-го дойдем, до лича будем его бить. А вы глыбу-то слейте, вы куда съебались? Хану нужно. Пиздец. Так и жанры сните. Все, я Навара, короче, пошел хилиться. Да, давай, иди Навара уже, все. Штопор, давай обратно бы. Протопал. Чем мне до этого в ДД спекаться тогда? Да, в ДД спекайся. Все, добро. За это слава, обмен кинь, где ты там бегаешь? Тебе передам лук. Я позади тебя. Кого? Так, этот, который бионикл, спекайся обратно. Кого его передашь, ничего не понял. На кровь? Слава, так, который хаунт. Давай. На, разрали. Палец там у кого-то. Кого? Не знаю. Креста какого-то вроде. Чё? А, вон, Женя. Креста Кокс. А, вон, Данюш. Я уж паролю. Токен придержи, потом паролишь. Успел. Вот этот бади, блядь, ролит нахуй на всех подряд, нахуй. Ну вот чё, ёпты? Так, у кого стопнули флуд? Давайте все быстрее сидят на трэшах. Значит, приоритет, советник.
Потом сливайте командиров и рыцарей крови. Тахижан, ты где есть? Мы бежим, бежим здесь. Так, давай, протопал. Советника сливайте, потом всех остальных. Паладин, у вас есть такая штука, называется гнев. По КД ее давайте. Также точечные станы. Комбу никто не пьет. Выпьет какая-нибудь сова, чтобы быстрее этот трэш слить. Давайте поднимитесь наверх. Хан, точечно умеешь агрить? Хан. Отлично. Так, не отлично. Давайте опять ромбик сливайте. Готовьте станы паладин мне вы свои. Давайте. Сливайте советника. Колбу выпей, сова какая-нибудь. Ебош, за мать, за родину, за отца. И стоит просто, ебать. Ты смотри на него, просто стоит, блядь. Ты вообще-то тише будешь, во-первых. Во-вторых, у меня нихуя не работает какого-то хуя. Так ты нажимай. Starfall дал, блядь, и все. Так этот нажимай, звездный, кто он там, огонь. Да, блядь, какой ты, сука, умный. А ты ракал просто. Говорю, сука, нихуя не работает. Ты, блядь. Стопнули ебаный флут, поднимите двух человек упали. Я не работаю. Не может он админку поставить, потому что я базарить не смогу. Вообще тут левый тип. Давай опять агри, так же. Стоп, блядь, зачем это делаете? Сейчас еще и тот трэш сагрится по одному здесь. Этого сольете, можете второго напуливать. Давай, хан, второго можешь агрить. Агри, быстрей. Давайте. Ну, блядь, просто какой-нибудь там милик стаунить. А просто пуляется, блядь. Чтоб второй пакт не подошел. Дайте гнев. Протопал на боссе ДК на одном, точнее протопал на двух, ДК на одном. Все, давайте тот трэш агрить. Thank you.
Что-то вы все решили релогнуться. Криминал. Пока еще никого не бафайте. У нас криминал куда-то ушел. Криминал, если ты в РК, напиши что-нибудь. Все, все тут давайте фулл баф. Если рыбка есть, у кого-то поставьте, пожалуйста. Хант на пулиш на протопала. Пускай сначала протик вылетит, наберет агро, потом будете уже бить. Кто на сферах? На сферах у нас Хант и Сова Байс Друид и Дабчик. А что, винта сталкивается с этим? Сафлика с лимпетом. Кто-то говорил, ништяк есть. Все, давайте, даю чек. Бионикл. Давайте на полно протопала начинаем. Протопал, подбеги сразу к боссу. Вары, не провыжимайте свою кровожадную херню. Кот тоже агро не сорви. Ну ты конченый. Бейте босса. Сейчас я тебе бырну. Так, вихрь разбежались. Рейндж набрали. Смешняга тоже молодец. Не умеет рейндж набирать. Черковой есть БР, бэрните. Значит, я бэрну Мордказер. Ты бэрнишь мне Павла и Такижана, а Тараму бэрнишь Смешнягу. Кинетика, подбивайте кинетику, вихрь разбежались. Кинетика падает вдалеке, Старфол даю нахуй. Блять, как вы умираете, я не понимаю. Кинетика падает. Блять, шаман, давай Геру в пизду это, короче, именины, давай. Геру, мы тут долго будем ебаться. Все умирают, блять, не могут разбежаться. Блять, Синдру убили нахуй герои. Поверили в себя. Кинетика. Значит, протопал, либо у тебя аура не включена, либо ты не можешь набрать аккуратно. Двинься, друг. На него еще раз. Рога на пуль на него хан. Алло, друг, звездочка, подвинься. Так, сейчас подвинусь. Короче, паладин, на ком аура защиты. А, молодец, включил. Тоже давай. Иногда мастер аур. Давайте бейте Келесета точечный РДД. Милики, вообще туда не лезьте. Потому что вы не можете разбежаться, поэтому, блять, вам и вдавливает. Также протопал не может напулить нормально босса, стагли, точнее. Кинетику держим. Даю Старфол. Вихо разбежались, наберите ренжушу по неваншотному. Жунта, не вихрь. Берите Валанара. Да, будет прикол, если мы здесь вайпнемся. Прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Больше дамаги. Колдовала Нара, давайте. Кинетика падает в РДД зоне. Над боссом кинетика падает. Прольется кровь.
вихры разбежались. Ай, профурсетка, дай им на ману. Бейте Волонара, чё-то дамага вообще у вас нет. Дай мастера. Давайте все в киле.